Сегодня очень необычный выпуск. Психиатрическая больница. Чернобыль. Призраки. Призраки. Но тут же столкнулись с первой проблемой. Вы видели это? И ты слышишь? Пан, быстрее. Там... Пишем, да? Ну что, друзья, сегодня очень необычный выпуск. Дело в том, что сегодня мы отправимся в очень загадочное место. А компанию нам в этом составит мой верный подписчик Тимур Лапин. Привет. Привет. Дело в том, что Тимур сегодня оказался здесь не просто так. Вначале он приехал на трамвай, а потом немного прошелся пешком, чтобы рассказать очень загадочную историю про очень загадочное место. Можешь? Да. Да, ребят, дело в том, что когда мне было 13 лет... Подожди, можешь рассказывать немного загадочно? Ну окей. Дело в том, что когда мне было 13 лет... 13. Довольно загадочное число. Да. Я жил у бабушки в деревне, и рядом находилась заброшенная психиатрическая больница для маленьких детей. Звучит довольно загадочно. Мы часто тусовались там с другом, бесились, и как-то мы решили сыграть в прятки. Я его очень долго не мог найти, а потом услышал дикий ор. Он выбежал со стеклянными глазами, с поседевшими волосами от ужаса, а за ним я видел темный силуэт. Вау! Звучит довольно загадочно, и поэтому мы обязательно сейчас отправимся прямо туда. Но перед тем, как мы отправимся, последний вопрос. Тимур, я правильно понимаю, что вот эта деревня бабушки находится в Чернобыле? Чё? Нет, она, блин, область. Выключи камеру, подожди, ты можешь сказать, что это находится все в Чернобыле, потому что сейчас пиздец актуальная тема, я там фотошоп, ну, фотки сделаю с фотошопом, чтобы в тренд залететь по алгоритму. Окей? Ну что ж, мы отправляемся в это очень загадочное место, но перед этим последний вопрос. Тимур, я правильно понимаю, что это все находится в Чернобыле? Да. Отлично, мы отправляемся прямо туда. Погнали! Кто это? В смысле? Ну, ты обычно на мустанге гоняешь. Чувак, блин, забей, я беру. Футажи с интернета вставляю, и типа все думают, что у меня крутая тачка. Кто-нибудь будет сок? Да, можно. Макс, будешь? Ты что, сука, выжималку с собой взял? Да, от Китфорд. Я думал, ты про обычный... Сок из пакета? Сразу видно, дело с призраками не имел. Что такое? Я яблоки забыл. О, Макс, останови, вон бабушка с яблоками. За одну дорогу спросим. Ну, вот тут стопнись. Бабуль, сколько яблоки стоят? По 50. Ну что? Ну давай парочку. И бабуль, не подскажете, а детская психиатрическая больница вот где-то вот прямо пойдете и направо, и будете на месте. Вон там. Вот там. А зачем вам? Да говорят, что в этой местности призраки. Призраки? Остерегайтесь, вас ждет опасность. И помните, надо смотреть по сторонам. Деминасторос эсперантус! Деминасторос эсперантус! Деминасторос эсперантус! 500. Ага. Да, давай. Погнали, Макс. Там еще туда поедем. Итак, друзья, мы на месте. Но тут же столкнулись с первой проблемой. Наша машина заглохла, что очень... Загадочно. Нет, тупо. Я забыл ее заправить. Но тем не менее, мы в Чернобыле.
загадочно. Вы видели это? Что? Вы видите это? Да что там? Там призрак. Вы не видите это? Там... Там ничего нет, чувак. На, держи. Что это? Это какой-то особый порошок? Заклинание? Да. Пошел на... Фу, пронесло. Стой, подожди, там, там подвал. И ты слышишь... Что? Я испачкался? Но нам все равно туда. Аккуратно здесь ступенька. Ты видишь это? Это... Я видел такую херню. Это знак сатанистов, это знак Бафомета. Здесь был, скорее всего, какой-то обряд. Что, что? Диск Валерии. Я ее обожаю. Ты что думаешь? А? Я спросил, что думаешь? А, ну, ты видишь? Это довольно загадочно, друзья. Чувак, там... Там... У-у-у! Так это же ебаное привидение здесь! Ебаный призрак! У-у-у! Кто у нас тут? Ебаное привидение! Мне так страшно! Мне так страшно! Это ебаное привидение! Да камон, парни, это сраный сектант! Что? Тимур? Тимур? Нет. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Не надо. Я прошу. Не... Чё за бред? Кто вообще в это поверит? Ну, не знаю. Звучит правдоподобно. Я в это верю. Да как? Они же там все погибли. Кто тогда вообще смонтировал это видео? Призрак? Чё так смешно, да, сука? Как с тобой работать, ты долбанный премьер? Да херов ты все время вылетаешь, сволочь, а? Блядь, ну сука. Привет, спасибо за просмотр. 3 видео назад мы проводили конкурс, где нужно было оставить любой комментарий. И победителем этого конкурса стала Галина Кудря. Поздравляю. Обязательно напиши нам. Все контакты в описании. Ну а теперь следующий конкурс. На этот раз ваша задача – написать любой комментарий, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и обязательно, я повторюсь, обязательно нажать на колокольчик. Это очень важное условие. Победитель будет выбран рандомным образом и заберет офигенную соковыжималку от Китфорд. Ну что, комментарий, подписка и колокольчик. Все очень просто. Удачи. Пока.